большая часть городов Луганской Народной Республики была основана во времена Российской империи. Жители разных губерний приезжали сюда на заработки. Специалисты со всей страны трудились на местных заводах, фабриках и шахтах и в советское время. История промышленных городов Луганщины неотделима от истории России. Несмотря на то, что ЛНР считается прежде всего промышленным регионом, в городах и поселках Луганщины сохранилось множество архитектурных памятников. Некоторые из них с полным правом можно назвать шедеврами. Например, уникальную усадьбу Мстиховского в Селезневке. Сам Мстиховский угольный промышленник и открыл здесь первые шахты. Вокруг этих шахт образовался Селезневский рудник. То есть, по сути, он был одним из основоположников создания города Перевальска. Ну и в целом угольной промышленности здесь. На свой юбилей он решил построить это здание. Эта усадьба была на тот момент уже с электричеством, так как и территория парка. В главных воротах находился парогенератор угольный, и он оснащал полностью всю территорию усадьбы. Сохранилась всего лишь усадьба, въездные ворота и старая постройка. Построена была в стиле шале, швейцарский домик. Она была частично деревянной. Остался только каменный фасад. После революции это был детский приют. После здесь был открыт Ворошиловский дом отдыха, наркологический диспансер был, туберкулезный диспансер, и потом развал Советского Союза, и это здание было в запустении. Парк был очень сильно заросший, запущенный. Почти за 20 лет вот Украины усадьба и весь парк, они просто были в ужасном состоянии. Он принял активное участие в создании именно проведения рыцарского турнира. Особенно вот массовый был рыцарский турнир, это вот в 2019 году. Только за 2 дня его посетило больше 6000 наших граждан. Прошел очень красочный фестиваль, мастера народного прикладного искусства, все были здесь. Выставки, показательные выступления сражений на мечах, копьях. В 2016 году историческая усадьба получила статус музея. За несколько лет волонтеры проделали огромную работу по восстановлению. К несчастью, в 2022 году энтузиаста, подарившего усадьбе вторую жизнь, не стало. Он был призван в ряды народной милиции ЛНР и погиб в августе месяце в районе Лисичанска, к сожалению, в боях с украинской армией. Это был человек, которому действительно не безразлично именно вот то, как будет жить его родной край. Он боролся за сохранение не только усадьбы, но и боролся за сохранение и создание местных именно рекреационных зон. Большое, скажем, развитие в будущем мы видим в том, чтобы сделать это место центром именно нашего регионального туризма, чтобы здесь, в нашем Перевальском районе, была действительно такая вот яркая жемчужина, куда можно было приехать с семьей, с родными.
1772 году пан Юзбаш, полковник гусарского полка, закончил строительство вот этого вот комплекса здесь, на излучине реки Лугани. К тому времени Крым стал российским, и царица посоветовала им, офицерам, заняться, ну, по-нашему, бизнесом. И он тут создал перегонный завод, ну, винокурню. Сам вот этот дом, он отапливался воздушным методом. Вот здесь вот в подвале стоял котел, и по воздушным ходам вот воздух шел во все комнаты. И тот дедушка, который обслуживал вот это отопление, он говорил, тут 2-3 ведра угля хватало на сутки, чтобы отопить этот дом. Настолько оно было эффективное. Здесь была богатая лепнина, здесь сохранилась мебель, вы представляете, какая это мебель. Все сохранилось, когда отступали немцы, они вывезли вот эти ценности отсюда. Но лепнина осталась, а потом делали один ремонт, второй ремонт внутренний, все это срубывалось. Панский сад. Это тоже историческая, так сказать, ценность. Люди там приезжают с семьями, отдыхают на 1 мая, 9 мая. Его хотели вырубить, и уже был проект раздать на 120 участков, продать эти участки. И мы с вот этим боролись. Было выездное, так сказать, пленарное заседание, чтобы они на месте в Панском саду приняли решение о вырубке. И местные жители сказали прямо, то, ребята, не балуйтесь, потому что мы в следующий раз придем сюда с вилами, с косами и будем уже разбираться. Это место – это жемчужина Александровки. Сейчас появилась надежда. Москва там утвердили программу по сохранению культурных, архитектурных ценностей. Восстанавливаются фасады старинных домов. Лепнина и все такое. А Москва – город-побратим, слава Богу. Мы надеемся на Москву, что нам тоже помогут. Один из крупнейших промышленных центров Донбасса – Алчевск – возник в конце XIX века как рабочее поселение вокруг завода Донецко-Юрьевского металлургического общества. Общество, сокращенно ДЮМО, объединяло несколько крупных заводов по всей империи. Непосредственно Луганский завод построил купец Алексей Алчевский. Мы находимся возле Алчевского металлургического комбината. Также рядом с нами находится самое старое здание нашего города, основанное в 1900 году. Это дом директора завода ДЮМО. Построил его профессора Санкт-Петербургской императорской академии художеств Алексей Николаевич Бекетов, который являлся зятем непосредственного основоположника, основателя нашего Алчевского металлургического комбината, на тот момент завода, Алексея Кирилловича Алчевского. Фасад здания выполнен в классическом стиле. Башня украшается крышей шатром, благодаря чему, в принципе, это здание можно сравнивать с небольшим дворцом. То есть фундамент, стены здания были сделаны из камня, имеет дощатый пол, а оконные проемы выявлены пилястрами. Я помню это ощущение, когда мы, дети, зашли туда. И вот эти дощатые полы. И мы знали, что это за здание. То есть нам рассказали историю, что здесь жили богатые люди. И мы представили, как дамы в этих платьях красивых. И вот у них семейные спектакли были здесь, у Алчевских в семье. Мы представляли это.
дом директора Дюмо – обязательный пункт в экскурсиях по Луганщине, который устраивает московский экскурсовод, блогер, научный сотрудник Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Сергей Ярцев. Об уникальном здании ему рассказал друг, житель Алчевска Денис Петров. Еще школьником он участвовал там в пионерских сборах. Вот это вот когда-то вход был сюда. Да, мы заходили отсюда. А ты здесь пионером был? Конечно. Плюсом ко всему, от каждого класса должен был быть гарнист, должен был быть барабанщик обязательно. Да, я был гарнистом. Гарнистом? Да. А сколько здесь детей? Вот ты же ходил, ты же видел, много детей занималось? Ну, достаточно много. Очень много всего было. Это вот наследие Советского Союза, которое еще отголоски вот этого вот патриотического, так сказать, воспитания, которое было. Ценность здания заключается именно в наличии подлинных деталей. Чем больше подлинных деталей в здании останется, тем это, ну, действительно ценнее, потому что ты прикасаешься в прямом смысле слова к истории. Следующая достопримечательность Алчевска в туристическом маршруте Сергея Ярцева – кинотеатр «Металлург». А люстра осталась, посмотри. Люстра завораживающая на самом деле. Вот эта огромная люстра. Человек труда должен прекрасно работать, прекрасно отдыхать. И так называемая сталинская архитектура, ну, в стиле, который, ну, это по большому счету это эклектика, возведенная эта конструкция, она как раз показывала вот эту мощь победившего советского народа. Портик, колонны, ощущение триумфа, красота, разные фигуры, элементы там рога изобилия. Ну, то есть все показывало, что советский человек, он, это быть советским человеком, это здорово. Житель Алчевска Денис Петров до сих пор помнит, как в детстве именно в этом кинотеатре вместе с классом впервые посмотрел фильм «Чапаев». Красота здания поражала воображение. Очень бы хотелось привести в нормальное состояние. Очень красивые архитектурные решения, очень красивая лепнина, статуи. Внутри, между сеансами, играл оркестр на балконах. В этом здании было два зрительных зала, розовый и голубой, и их отличительная черта также была, как для кинотеатра, в их архитектуре. В 1980 году, в день 30-летия кинотеатра, была опубликована информация, то, что было показано больше 7 тысяч фильмов, которые за 30 лет посетили около 33 миллионов человек. То есть, действительно, каждый фильм – это был аншлаг. Обратите внимание, во всех парках культуры отдыха, построенных или реконструированных после Великой Отечественной войны, везде Триумфальная арка. Почему? Вы же помните из истории, что Триумфальная арка возводилась в честь победы какого-то императора или полководства. И когда он через нее проезжал, его награждали триумфом. А здесь какая интересная идея. Каждый советский человек удостаивался триумфа, приходя в выходной день отдохнуть. Каждый народ-победитель удостаивался триумфа. Каждый советский человек проходил через Триумфальную арку. Это был очень глубокий смысл. В таком состоянии вот уже более 30 лет постоянно разваливается, приходит ветхость, никто не занимается ремонтом, к огромному сожалению. С помощью своего блога Сергей Ярцев пытается привлечь внимание к проблемам памятников архитектуры Донбасса. Теперь, когда русское наследие вернулось домой, у кинотеатра «Металлург» и сотен других уникальных зданий появился реальный шанс на новую жизнь. Я надеюсь, что нашими усилиями, энтузиазмом местных жителей, которые вот именно обратили мое внимание на это здание, я думаю, что будет проведено восстановление кинотеатра.
И, конечно, здесь немало интересных других построек. Здесь сохранилась так называемая сталинская архитектура ансамблями и улицами. Посмотрите, какие здесь улицы. Это просто фантастика. Ты погружаешься в другую эпоху. И вот ВАПИК начал инициировать внимание к этому объекту. Мы хотим, чтобы он был восстановлен, потому что это наше наследие.